Добрый день. Начинаем очередной вебинар из серии вебинаров «Моя профессия трейдер». На этом вебинаре рассмотрим текущее состояние рынка, сделаем анализ на основе ТС «Золотой крест» и рассмотрим товарные контракты. Товарные контракты – это контракты, которые выражены в терминале трейдера как CFD, или же как опционы. Начнем с товарных контрактов по продовольствию. Товарные контракты обычно имеют дату экспирации. Эти контракты предоставлены трейдеру-брокером. Брокер, имеющий авторизацию на международных финансовых рынках, дает котировку, и экспирации у него нет. Но для трейдера эти контракты всегда имеют дату экспирации. Дату экспирации контрактов можно посмотреть на сайте, который предоставляет брокер. И общее положение по контрактам можно смотреть на Чикагской бирже. Спецификации контрактов очень разнообразны. Обычно товарные контракты имеют время торгов. Как и по всем финансовым инструментам, максимальная нагрузка или максимальные объемы проходят на американской сессии. Итак, спецификация контрактов CFD. Эти контракты имеют различный спред, стоимость, минимальное изменение цены, дату экспирации и могут торговаться на различных биржах. В основном это американские биржи. Если связь иногда ухудшается, то я буду делать переподключение. Так вот, эти контракты, предоставляемые брокером, обращаем внимание, что размер лота начальная маржа, спред, стоимость, минимальное изменение цены меняются в зависимости от товара, от товарного контракта. В частности, здесь представлены некоторые контракты на товарную группу. И в принципе, любой контракт может торговаться и как товары, как финансовый инструмент. Это товарные контракты CFD на основе фьючерсов на фондовые, налоговые и валютные индексы. Значит, видно, что и индексы, и валюты могут торговаться как финансовый инструмент и как contract for difference, то есть именно товарный контракт. В этом случае, если в случае товарного контракта, финансовый инструмент имеет и дату экспирации, и время торгов. Отличие в том, что в случае товарного контракта трейдер уплачивает заранее определенную сумму, раунти он так называемый, и в дальнейшем при переносе позиции на следующую торговую сессию, которая может начинаться в зависимости от времени работы брокера в различное время,
никаких издержек больше не уплачивает, то есть торгует чисто, и разница банковых ставок, на которой основана своповая позиция, он уже больше не уплачивает. То есть видно, что отличие товарных контрактов от валютных инструментов имеет срок экспирации, торгуется в течение некоторого периода, после этого происходит смена контракта. Если по валютному инструменту, по парам, трейдер каждый раз уплачивает своповую позицию, которая зависит от ставок центробанков и от разницы между ними. Сейчас в основном все своповые позиции отрицательны. То по товарным контрактам уплачивается так называемый раунд-тион. Но к моменту экспирации, примерно за 3 дня, позиции необходимо закрывать, потому что брокер обычно в это время позволяет и разрешает трейдеру работать только на закрытие всех позиций. То есть, если трейдер был или в покупке, то трейдер должен закрыть позиции, или в продаже, опять-таки закрытие позиций трейдером, или вручную. И на момент экспирации контракта брокер закрывает позицию и ее не переоткрывает. То есть трейдер должен впоследствии вручную переоткрыть позицию по выбранному ему инструменту. В частности, по меди двухмесячные контракты. По нефти контракты одномесячные. По газу также одномесячные. По кукурузе торгуются 4 контракта в год. То же самое касается и пшеницы. Плюс и дополнительный контракт августовским. Сои и сахару. То есть видно, что каждый раз, когда трейдер принимает решение в работе с тем или иным инструментом, ему необходимо очень тщательно знакомиться и со спецификацией контракта. Это залоговые суммы, начальная маржа, спред по контракту, стоимость тика, минимальное изменение цены и стоимость минимального изменения цены в тиках или в пунктах. То есть тот же индекс S&P имеет спред, дистанцию от рынка, по которой трейдер открывает контракт. Это целый пункт. То есть 4 тика. Затем время торговли. В спецификации четко обозначено, что контракт торгуется с понедельника с 01.00 до 23.15. 23.15-23.30 перерыв 15-минутный. И особенности торговли в остальные торговые дни. То есть каждый раз спецификация контракта полностью описывает то, в какое время работает контракт, какие условия, какие суммы трейдер уплачивает одновременно и каким образом происходит закрытие контракта. То есть разные брокеры предоставляют различные условия, в том числе и freeze level.
фриз-левел может очень сильно отличаться. Маржа бывает внутри торгового дня и маржа для переноса позиции на следующий торговый день. Обычно маржа внутри торгового дня, если брать за 100%, то маржа для переноса позиции 50% от начальной маржи по каждому открытому контракту. Маржа обычно фиксирована по всем контрактам. Обычно брокер предоставляет или чистый контракт, который имеет дату экспирации, а также контракт для анализа, то есть склеенные графики. Каждый раз перед экспирацией контракта, в конце экспирации даты котирования того или иного контракта, спред может изменяться. И обычно к моменту экспирации контракта финансовый инструмент несколько снижается. После открытия нового товарного контракта на тот же самый инструмент иногда возникает гэп, то есть открытие с разрывом в цене. Очень часто это открытие перезакрывается трейдерами в последующие сессии. Таким образом, видно, что контрактов великое множество. И трейдеру нужно просто подобрать на основе готовой торговой системы те контракты товарные, которые ему больше всего нравится торговать. В частности, для анализа товарных контрактов будет часто применяться новостной режим. Ну, к примеру, по пшенице. Кукурузе, сои и сахару необходимо пользоваться как погодными данными, так и общими запасами, переходящим остатком на складах. Продолжаем вебинар. Значит, спецификацию контрактов можно смотреть как у брокера, который предоставляет котировку в терминал, так и на СМЕ Групп, на Чикагской бирже. Тем более, что товарные контракты каждый раз имеют четко фиксированный объем, проходящий по конкретно выбранному контракту. И обычно биржевые контракты в виде CFD-шек каждый раз имеют законченный объем, в частности по пшенице. Несколько лет тому назад пришлось увеличивать, ввиду очень большого спроса на пшеницу, общий объем, подтвержденный складскими справками. Таким образом, объем по контрактам, по CFD-шкам обычно фиксирован. Объем этот предоставляется невысоко в рынок, и в зависимости от объема можно смотреть позиции
трейдеров и брокеров, которые стоят или в покупке, или в продаже. Это так называемый commitment of traders, или данные о том, сколько брокеров продали контракт и сколько брокеров купили контракт. На каждый момент котирования контракта, в отличие от так называемых пар, то есть, например, Евро-USD, каждый раз трейдер может посмотреть по отчетам, проторгованным за прошедший период, и узнать, дал ли ему брокер правильную котировку в терминал на каждый момент торговли этим контрактом. Я показываю, как пользуются данными по товарным контрактам. И эти данные каждый раз можно проверить для того, чтобы при совершении сделки знать истинную цену, по которой произошла сделка. Вот общий вид по контрактам. Видно, что символ месяц, год, день, описание, открытие, закрытие high-low. Последняя продажа на каждый момент. Объем. И некоторые другие данные. В основном нас интересуют объемы, время совершения и цена в конкретный момент. Это позволяет более грамотно построить отношения с брокером, который предоставляет котировку трейдеру в терминал. Поскольку товарные контракты имеют время торговли, обычно у них также есть перерыв. Есть графики для анализа текущей ситуации, и именно по общему состоянию контракта, который торгуется на бирже. Так называемые склеенные графики. Есть максимальное время активности по каждому контракту. Это заметно на примере товарного контракта по пшенице. Ну, в частности, открытие. Три утра по времени брокера, в данном случае в 4 утра по Москве, на склеенном контракте, и непосредственно время работы. По контракту, который представлен в терминале трейдера,
как контракты для трейдинга. То есть контракты для анализа. Видно, что это контракт по S&P, который находится на экспирации. И следующий контракт, который брокер выводит в терминал трейдеру. То есть периодически необходимо проверять и номер контракта, и дату его экспирации. То есть, если контракт для анализа имеет постоянную котировку, практически непрерывную, то здесь видно, ну, для примера, график для анализа или контракт по пшенице. Пшеница, торговать запрещено. Это график для анализа. Видно, что начальный бар имеет дату поставки данных 03:00 по терминальному времени. В то же самое время как контракт, по которому трейдер совершает сделки, пшеница, CFD, торговля разрешена. Имеет другую дату поставки котировки, первый бар, как 16:30 терминального времени. То есть к Москве это будет 17:30. И последний тик, который получает трейдер в терминал, это 21:00 терминального времени. То есть 22 по Москве. На примере моего брокера. Таким образом, все особенности работы с контрактом трейдер должен изучить до начала торговли. В основном-то это спецификации контракта, код месяца поставки, время работы с контрактом и время экспирации контракта. Я переподключусь. То есть, как я уже говорил, спецификация по каждому контракту обычно хорошо расписана на сайте брокера. Общую позицию или объем проторгованных контрактов можно проверить на Чикагской бирже. Притом, можно проверить объем, совершаемый каждую секунду. И в этом главное отличие и преимущество товарных контрактов от производных инструментов, в частности, от пар. То есть пара евро-USD, а есть товарный контракт на евро, который обозначен на Чикагской бирже как контракт, основанный на движении котировки по паре евро-USD. Товарные контракты на валюту обозначаются очень просто.
это, в частности, по евро USD 6E. Товарные контракты на продуктовую группу и на множество других контрактов, да, на все контракты, отличаются тем, что имеют дату экспирации, имеют различный спред по отношению к паре. Одна из торговых техник трейдера на примере пары евро-USD заключается в том, что в момент начала экспирации контракта, то есть контракта, который котируется на рынке, спред достигает 15-20 пунктов, а к моменту окончания торговли контрактом этот спред сужается до 5-8 пунктов. То есть трейдер при хорошо разработанной стратегии может торговать на основе рейнджа. То есть на основе разницы цен по инструменту евро-USD и по товарному контракту, который обозначен как 6E. То есть здесь видны производные финансовые инструменты, место торговли Форекс, в то время как товарный контракт имеет другое обозначение, но они не представлены у этого брокера. И спред при открытии следующего контракта сокращается к концу экспирации. К началу торговли контрактом, ну, на примере евро-USD 6E, спред увеличивается по отношению 6E к евро-USD до 20-18 пунктов. К окончанию даты экспирации спред падает до 5 пунктов, до 8 пунктов. То есть, зная эту небольшую особенность, трейдер может совершенно спокойно зарабатывать. Такая торговля была очень продуктивной до снижения ставок центробанками. И поскольку сейчас большинство пар имеют отрицательный своп, это видно на примере пары евро-USD. Своп на покупку минус 1,67 и своп на продажу 0,56. То же самое можно проверить по паре. По австралийцу против американца своп на покупку 5,66, а своп на продажу минус 7,27. То есть в этом отличие финансового инструмента пары от финансового инструмента товарный контракт. Совершенно спокойно сверяем данные терминала с данными по банковским ставкам. Банковские ставки открыто публикуются на новостных сайтах. И видно, что для выбора контракта трейдер должен очень внимательно относиться ко всем условиям, по которым этот контракт торгуется. То есть банковская ставка в Австралии 2,75 и положительный своп наблюдается по паре
австралиец. К любому другому выбранному инструменту. На примере американского доллара покупки имеют положительный своп, то есть может быть, так сказать, своповая позиция или carry trade положительной в случае лонгов. По контракту трейдер заранее уплачивает некоторую сумму, это видно из значений, которые предоставляет брокер. Так называемая начальная маржа. Ну, это на примере индексов. К сожалению, FIBO Group не предоставляет контракты как CFD на пары. Поэтому необходимо каждый раз изучать спецификацию. Стоимость контракта и спред. Это понятно? Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, в чат. Объясню, что такое гэп. Гэп – это открытие. Торгов по инструменту с разрывом от цены закрытия предыдущей сессии к цене открытия текущей сессии. Это очень часто можно наблюдать по FDAX-у, немецкий индекс. По Dow Jones Евросток. По 5-долларовым акциям. А также по контрактам, которые торгуются с перерывом торговой сессии. То есть торговая сессия всегда имеет некоторое время. В основном-то контракты торгуются на американских биржах. Соответственно, котировка может поступать в терминал во время перерыва, но торговли по инструменту не проводится. Вот расписание сессий контрактов из группы CFD, торговые контракты, трейдинг. В частности, по золоту. Сейчас я покажу это в терминале. В понедельник с 01.24.00. И видны так называемые перерывы. После перерыва цена может открыться гэпом в любую сторону. Также гэп может быть совершен в случае, если мы имеем спотовое золото и золото в виде CFD-шек.
На терминале. Сейчас я выведу. На терминале это выглядит следующим образом. В частности, на примере золота. Вот его контракт, поступающий как финансовый инструмент. Котируемый. На Форекс и товарный контракт на золото. Видно, что цены даже в моменте отличаются. И этим также нужно уметь пользоваться. В то же самое время золото торгуется постоянно, а контракт на золото CFD имеет перерыв в торговле. То есть в этом случае может быть открытие гэпом в ту или иную сторону после технического перерыва. То есть разница видна, хоть и незначительная. Я переподключусь. Итак, продолжаем. На примере золота в данном случае про гэпы. Заметна разница между поставляемой котировкой, наименованием контракта, на пару золота против американского доллара и товарный контракт на золото. Заметна разница в спреде. Заметна разница в цене. Заметна разница в котировании инструмента. По цене смотрим. И разница котирования инструмента в течение торговой недели. Это по контракту на золото. То есть то же самое происходит и с CFD-шками на любой другой производный инструмент. То есть CFD – Contract for Difference. Это каждый раз производные финансовые инструменты. Еще раз обращу внимание на то, что прямой физической поставкой заканчивается не более 25% от общего объема заключенных сделок. Тройной своп со среды на четверг
Это время перерасчета банков по курс-счетам, то есть наличие запаса валюты или другого финансового инструмента, как между подразделениями одного банка, так и в межбанковской торговой системе. То есть каждый раз это выражается в том, что своповые позиции мы имеем по контракту золото против американского доллара. Это золото за американские доллары торгуется. Есть своповая позиция, которая каждый раз в связи со снижением банковских ставок в частности своповая позиция по золоту всегда отрицательная. Это связано с низкими процентными ставками центробанков. То есть своп на покупку минус 5,9. За один лот вы будете каждые сутки уплачивать 5,9 доллара, если стоите в покупке. Если стоите в продаже, будете уплачивать каждые сутки 1,9 доллара. В то самое время, как контракт наименование SQGCQ3, дата экспирации по золоту, уплачивается так называемый раунд-тен. Раунд-тен – это однократно взимаемая плата за открытие-закрытие позиции. Маржевое покрытие может изменяться по товарным контрактам. Если, к примеру, внутридневная маржа весит 100%, то перенос позиции через ночь имеет вес 50% к дневной марже. То есть, в частности, стоимость маржинального покрытия по индексу S&P примерно составляет около 7 тысяч долларов. То есть, если у трейдера при причадинг 100 на счету 1000 долларов, то брокер его совершенно спокойно закроет из-за отсутствия маржевого покрытия. То есть, даже в случае положительной позиции при низком депозите, скажем, в 1000 долларов, трейдер сделку закрыть не сможет, потому что у него не хватит средств обеспечения позиции. Эти хитрости нужно знать и применять на рынке. Заметна разница в котировании по инструменту. Заметно также и то, что спред отличается. Здесь 1,5 пункта. Здесь 0,5 пункта. Это понятно, да? Если вопросы у вас есть, прошу задавать в чат. То есть вот разница котирования золота против американского доллара и золота как товарного контракта. Спреды, залоговая маржа и скорость движения котировки. То есть этот контракт берется с Чикагской биржей, и его можно проверить каждый момент. Это инструмент Форекс, который находится в группе металлы. Таким образом, все спецификации контрактов можно посмотреть
Как на сайте брокера? Например, Езула, ну, только чтобы рассмотрели. Контракт имеет дату поставки и количество поставок. Это 5 контрактов в год. На торгованные объемы совершенно спокойно можно выяснить на каждый момент совершения сделки на СМИ, Чикагская биржа. Товарные контракты, вернее, то, что торгуется на рынке, имеет различные наименования. Это видно очень хорошо. Трейдер может провериться. На каждый момент совершения сделки и посчитать объемы. Вот в частности, фьючерсы на золото, товарный контракт. Объем. Количество сделок и позиция 10 ведущих брокеров. Золото торгуется, имеет несколько различных инструментов. Gold Futures. Gold Task Futures, Gold Volatility Index. То есть вот только по золоту три различных товарных контракта. То же самое и по любому другому торговому инструменту. MGC и Micro Gold Futures. Есть так называемые разбавленные контракты, то есть контракты, которые новые производные, electronically traded contracts, могут быть разбавлены многократно, то есть одна унция может торговаться как одна тысячная и так далее. То есть это все, так сказать, производные инструменты, и к реальному золоту заканчивающаяся физическая поставка, они имеют очень малое отношение. Товарные контракты на золото годовые, квартальные, полугодовые и так далее. Вопросы по теме сегодняшнего вебинара есть? Я делаю небольшой перерывчик и жду ваши вопросы. Ну и поскольку тема вебинара до середины июля месяца, анализ текущего состояния рынка, номера вебинаров меняются, позиция и тема вебинаров, начиная с сентября прошлого года, это торговые системы, способы чтения данных, новостной режим, анализ рынка, стандартные термины, применяемые для анализа рынка и для общения.
На примере золота, то есть товарного контракта, для того, чтобы завершить вебинар именно аналитика рынка, анализ рынка, на примере золота, для этого берется больше таймфрейм. Терминал подвис. Итак, анализ ситуации по золоту текущим. На большем таймфрейме вложенные таймфреймы. Это одна из основ торговой системы. Таймфрейм для анализа. И таймфрейм для совершения сделок. Видно, что золото находится в даунтренде. Это золото за американский доллар. Видно, что золото достигло максимального лоу и торгуется в диапазоне. То есть так называемая стратегия торговли выбранным инструментом в торговом диапазоне. Это четырехчасовики. То есть на чистом графике это видно как торговый инструмент финансовый, который вошел в торговый коридор. Границы коридора четко обозначены. На текущий момент, на неделях. И золото практически из торгового диапазона не выходит. То есть сейчас возможна торговля внутри диапазона. Меняя таймфрейм, я обозначив торговый коридор, low, high, low. Это так называемая инфляционная линия или нормальный наклон рынка. Границы по финансовому инструменту и рейндж цены на каждом отдельно взятом суточном баре. То есть можно совершенно спокойно от лоу контракта покупать со стопами ниже и закрывать take profit по хай или близко к хай. Закрытие может быть как по take profit, так и ручное закрытие. Кстати, в связи с тем, что наступило время летних отпусков, то навряд ли из этого торгового диапазона
до начала сентября, конца августа, финансовые инструменты будут двигаться, скорее всего, в уже обозначенных коридорах. Если перейти на 4 часа, то все равно видно, что торговый коридор сохраняется, или рейндж цены. Значит, соотношение стоп-лосса к тейк-профиту в данной ситуации это 50% коррекции от рейнджа цены. Открытие позиции не рекомендуется. Нужно дождаться, пока цена докажет предыдущий лоу или хай. То есть торговые техники на летний период очень простые, аналитика очень проста. Это так называемый привычный рейндж цены для товарного контракта по золоту. Двенадцать целых пунктов. Если вопросы есть, прошу задавать в чат. То есть путем анализа рынка на основе разработанных торговых правил и определений, которые я повторяю на каждом вебинаре для более лучшего понимания. Рейндж цены, локальные экстремумы цены high-low, ценовой канал flat или trend, ценовые уровни, опять-таки рейндж цены. Ценовые уровни – это повторяющиеся на истории цены по тому или иному инструменту. То есть трейдеру необходимо иметь хорошо разработанные правила для торговли на открытых рынках. Если вопросов нет, благодарю за внимание. Всего хорошего и удачи в торговле. Отвечу на поставленный вопрос. Золото в зависимости от места котирования контракта может торговаться за различные валюты. Золото за евро, золото за австралийца, золото за япона. То есть это все зависит от той биржи, на которой авторизован ваш брокер. В некоторых торговых терминалах, ну на базе МТ4, МТ5, можно видеть, что золото одновременно поставляется как за евро, за доллар, за австралийца, за фунт. То есть за валюту, в которой открыт ваш счет у брокера. И если ваш брокер позволяет иметь мультивалютные счета, то есть открывать счета в различных валютах, то он и предоставляет котировку по золоту в зависимости от валюты, выбранной вами. Но обычно брокер перекотирует, то есть, в частности, на брокера была ситуация, когда позиция по фьючерсу на золото у меня летала за минуту очень сильно, потому что счет у меня был открыт в рублях, а золото котировалось за доллары. То есть это лишняя нервотрепка для трейдера.
Если вопросов нет, благодарю за внимание. Удачи в торговле.